Итак, о новостях, которые произошли в нашем городе и районе. Продолжается активная работа по строительству Ледового дворца. Что уже сделано? На сегодняшний день забито более 140 свай из необходимых 590. В конце марта-начале апреля свайное поле будет полностью готово. В это же время завезут металлоконструкции и сэндвич-панели. Кроме свай у нас ведутся следующие работы. Это делаем ограждение, забор, который вы можете видеть. И нам необходимо в обязательном порядке убрать оставшиеся гаражи. Дело в том, что документы лежат уже в суде. И буквально в течение нескольких недель они будут рассмотрены. После этого, как только рассмотрят документы, хода назад у нас не будет. Сегодня люди еще могут сами вывести свои гаражи. Я еще раз обращаюсь к людям, жителям Печоры, которые имеют гаражи на территории строительства Ледового дворца, их вывести. Если же гаражи не будут убраны, их вывезут и разместят на штрафстоянке, платить за которую придется их владельцам. Более добросовестные люди 12 гаражей вывезли сами. Причем вывезли без всяких нареканий, без всяких просьб и так далее. Сами подъехали и вывезли. Я думаю, что эти активные люди будут примером для тех, кто еще нерадиво относится к своим должностным обязанностям. На сегодняшний день мешают 6 гаражей, которые находятся у нас по въезду социалистический. Дело в том, мы, видите, уже строим тот забор, который должен здесь стоять. В связи с тем, что здесь бегают дети, ходят взрослые и прочие несознательные элементы, на стройке не должны присутствовать.